помещение. Пусть параллельно снимает, может быть, она еще раз кувыркнется, эта лошадка. Да, ты моя лошадка, тоже улеглась. В общем, да, она кувыркнулась, выложу видео. О, боже, она как собачка кувыркается, облизывает себя. Прикиньте, за свои ножки. Ладно. В общем, вторая мандала. Да, я решила себе сделать такую программу, проработку каждой чакры. То есть я буду прорабатывать сейчас чакру здоровья. Я ее пририсовала красным цветом. Вот. А потом после этого я прорабатываю вторую мандалу, прорисовываю ее оранжевым цветом, отдельно выделяю. То есть у меня будет базовая мандала с проработкой на каждую чакру. Вот, по 2 недели я их буду носить, 7 чакр на 2 недели, 14 недель. Вот. На проработку основных, ну, гармонизацию моей энергии. Вот, а дальше уже буду рисовать мандалу, ну, не знаю на что. У меня есть большая задолженность по зарплате от работодателя. Вот я нарисую следующую мандалу после этих проработок моих чакр на то, чтобы мне вернули этот долг. И поделюсь с вами, конечно же, впечатлениями. Вот сейчас у меня были впечатления про первые 2 мандалы.